Друзья, привет! Вы на моем канале Маргарита. Ребятки, не забываем про опцию суперспасибо и заказываем треки на любимых исполнителей. Также, ребятушки, пожалуйста, подпишитесь на мой игровой канал. Пожалуйста, друзья. Каналу 7 лет, всего 5 просмотров. Друзья, ну, поддержите канал. Вот, можно сказать, мой YouTube-канал создан благодаря тому каналу. Нет, весь YouTube-канал крутится ради раскрутки игрового канала. Да, но не получается. А он не раскручивается. 7 просмотров за 5 лет. Да, ребят, помогите. Подпишитесь. Может быть, это как бы стоит как бы прекратить это, но мы не хотим прекращать. Ну, конечно. Игровой канал раскручивать, я имею в виду. Да, и мы про игровой канал. Как мы его Вот как, можно, конечно, подумать, вот всего 7 просмотров за 5 лет. Может, что-то другое надо делать, но вот нет, вот хотим. Помогите, друзья. Ребятки, слушаем Оксимирон и Шок, Калибри. Ребятки, вот, пожалуйста, эту музыку создал робот. Помните, я вам говорила? Берегитесь роботов! Берегитесь! Это же не просто так. Сейчас, если мы не будем беречься, они всю нашу землю завоюют. Ребята, эта нейросеть начинает свои щупальца в разные места сувать, ребятки. Она уже копирует Шока и Оксимирона. Это нейросеть, ребят. Это страшно. Страшно, ребятки. Что будет дальше, ребят? Давайте слушать. Видите, ребятки, робот нас пугает. Какую музыку начал нам показывать? Давайте слушайте, говорит. И там такая тревожная музыка. Ту-ду-ду-ту-ду-ду-ту-ду-ду-ту-ду-ду. Что дальше ждать? Я напишу про депрессу целый том, приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из вида. Я напишу про депрессу целый том, приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри. Ребят, вот хоть что говорите, вот хоть что мне говорите. Я права, не права. Мне музыка, да. Все равно, ребята, музыка такая нечеловеческая, ребят. Напряженная. Меня вот лично напрягает она. Она такая, вы знаете, как такая... Такой инструмент, вот большой инструмент есть, как скрип. Как называется он? Виолончель. Она вот так. Вот, ребят, вот так она звучит. Послушайте, ребятки. И она как будто вот во всю землю свои щупальца вот так вот направляет. Вот так щупальца, ребят. Я боюсь, ребята. Давайте дальше слушать, ребятки. Слушайте музыку. Послушайте вот. И незаметно бы пропал. Вон она. Вон она. Лимона нету. Видите? Сказать, да? Вот вроде как-то страшно, да, нейросеть? Страшно, ребятки. Но вот текст-то неплохой, ребятки. О чем текст, ребятки? О жизни. О жизни. Хотя хотят они исправить нас, людей, но пока в правильную сторону, вот, судя по словам. А музыка опасная. Слушайте, ребятки, она везде с щупальцами. Слушайте, ребята! Якобы для добра, но пропейте души, прокури на любовь, эти игрушки доведут до дурки, не хватает слов. Вруби мозги, заруби на носу, пока соблазны манят, а там морозки ранят раздором сытые твари. И присупу целый дом, приколи мне, как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из. Дом, приколи мне, как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из.
флаконе. А ну-ка давай-ка закати рукава и поглядим, кто кого догонит. Безумству храбрых респект, но не рисованных, не тем, кто в паниках заплеванных. Ладно, забей, сегодня Питера Бродвей заберет людей. Мияги добей, куплет дышит друг путь добрее. В этом говенном мире меня спасает улыбка ребенка, смех близкого звонки не гидрофон. Блеклые души меркнут, плюс ко всему этому рушит мир. До конца еще не понял, о чем же трек этот. Вот такой сумбур и винегрет в голове. Возле кельи моей ты не бой, соловей. Шо про депрессию целый дом, приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из мира. Я напишу про депрессию целый дом, приколи мне. Как улыбаться научился через силу. Я бы заделался маленьким калибри и незаметно бы пропал из мира. Скажу, музыка меня, конечно, ребятки, смутила. Она красивая, конечно, но она, знаете, она как будто гипнотизирует человека. Вот вы сами не заметили, я вам говорила, прислушайтесь. У него одна такая монотонная такая она музыка. Монотонная, ребятки. Как будто она изучает человека. Она полностью землю нашу изучает, понимаете, ребятки? И как будто что-то она хочет сделать. Слова неплохие, ребятки. Слова неплохие. И исполняли очень хорошо. Но, ребят, я не скажу, что похоже слишком сильно голоса. Оксимирон и шум, ребятки. Шока. Не знаю. Шока, да. Не могу сказать это. В общем, ребяточки, неплохо. Но музыка гипнотизирует. Пока, мои хорошенькие.